Привет! Это новые смартфоны от Yumidigi, и они меня удивили не только ценой, но и железом, которое в них устанавливается за цену меньше $100. Знакомьтесь, Yumidigi S1 Max и J1 Max – претенденты на титул «Лучший смартфон до $100», конечно, по моему мнению. Новинки различаются только формой корпуса – плоские грани у модели J1 Max и скругленные у S1 Max. В остальном устройства идентичны. Оба оснащены 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+, 1600 на 720 точек и каплей для 8-мегапиксельного селфи-модуля. Основную камеру установили на 50 мегапикселей диафрагмой f1.8, которую дополняет датчик глубины. Переходя к техническим характеристикам, то они претерпели значительное обновление по сравнению с предыдущей серией. Настолько, что Yumidigi J1 Max и S1 Max представляют очень интересные технологии для этого ценового диапазона, в которые они вставлены. Оба смартфона работают на чипсете Unisoc T610 с 8-ядерным процессором и графическим процессором ARM Mali J52MP2, поддерживающим 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего пространства для хранения. Другие функции включают в себя 5150 мАч батарею с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт, что также круто, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C с поддержкой двух сим-карт, разблокировка через распознавание лица и отпечаток пальца, который встроен в кнопку включения, что, замечу, очень удобно. Кроме того, гаджеты поддерживают все актуальные системы навигации. Работают новинки под управлением 12 ОС Android. Что касается цвета, то S1 Max доступен в черном и серебристом цвете, а J1 Max – синим и черным. Как по мне, то характеристики просто бомба, вы что думаете? Напишите в комментариях свое мнение. Смартфоны поступят в продажу с 1 ноября на AliExpress и будут доступны по цене $99. А еще на своем официальном сайте производители запустили специальную активность для пользователей. Условия стандартные и простые, типа подписки и лайков. Так что переходите в описание, там я оставил ссылки на смартфоны и на розыгрыш. И обязательно пишите свое мнение, что думаете про эти гаджеты. Как вам они? Всем удачи и всем пока. Обязательно участвуйте, испытайте свою судьбу. А гаджеты реально классные, что думаете?